Делай мир лучше силой своего мастерства. Так звучит девиз чемпионата WorldSkills. 80 стран, 500 чемпионатов, свыше 100 тысяч участников. Движение WorldSkills широко известно по всему миру. Чувашия не исключение. В этом году принимает чемпионат уже 9-й раз. За это время число компетенций увеличилось в 20 раз. Здесь, в дворце культуры ЧГУ, собрались настоящие мастера своего дела на официальном открытии. Соревноваться в мастерстве будут представители только нашей республики. Для всех остальных региональный чемпионат – тренировочная база. Молодые профессионалы из Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Нижегородской, Самарской, Тульской областей также будут выполнять задания, но их работы не оцениваются. Хотелось бы пожелать, чтобы ни в коем случае уверенность в собственных силах в течение соревнований вас не покидала. Ни в коем случае вы не сомневались в своем мастерстве. Конечно же, хочется вам напомнить, что абсолютно все задачи, все задания имеют решение, что все, абсолютно все цели достижимы. 46 компетенций среди студентов и 12 среди школьников. Всего более 400 участников покажут, на что они способны. Работают 18 площадок в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Цивильске. Впервые в нашей республике соревнуются конкурсанты направления «Навыки мудрых». Это 25 человек возрастной категории 50+. Мне кажется, вот мастера со стажем, люди, уже бывалые, участвуя в этом процессе, как раз демонстрируют важность взаимосвязи поколений. И здесь как раз вот через такую взаимосвязь, мне кажется, рождаются новые формы сотрудничества и взаимодействия, что, в принципе, важно для достижения очень нужных, важных для развития региональной экономики результатов. Строительная отрасль, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. Участники соревнуются по 6 блокам профессий. Первые чемпионаты проводились с целью популяризировать рабочие профессии и повысить их престиж. Сейчас чемпионат – эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами. 3 дня учащимся предстоит доказать, что именно они лучшие в своем деле. Так вот ты какой! Секрет неземной красоты! Идеальные локоны Мерлин Монро, высокая прическа Одри Хепберн или непослушные кудряшки Сары Джессики Паркер. Укладка каждой из этих актрис стала объектом подражания миллионов. Толпы девушек умоляли парикмахеров преобразить их. Мода на прически меняется, основные секреты преображения остаются. Участницы чемпионата WorldSkills компетенции парикмахерское искусство уже давно определились с профессией. Я с начальных классов начала своим одноклассницам, далее подружкам заплетать косы, и я почувствовала то, что это мое, так как я очень творческий человек. 4 модуля за 8 часов. Участницы должны сделать женскую прическу с окрашиванием на длинных волосах по фотографии. Модную салонную прическу с окрашиванием, уложить волосы в нижней затылочной зоне, выполнить мужскую традиционную стрижку. Эксперты при оценивании обращают внимание на организацию рабочего места, на соблюдение техники безопасности, на экономичность и экологичность работы, то есть то, как они утилизируют отходы. Ну и, само собой, конечно, на качество выполнения, на соблюдение технологии. Все оборудование для чемпионата Новочебоксарский политехнический техникум закупал специально. На базе СУЗа впервые организовали площадку. К его проведению начали готовиться задолго до самих соревнований. Диана Григорьева почти 4 месяца тренировалась с утра и до вечера. Самое главное для парикмахера, мне кажется, каждый раз нужно себя развивать, потому что появляются с каждым годом новые тенденции, новые моды, прически, окрашивания. Вот. Но главное не останавливаться.
соседнем техникуме Новочебоксарском химико-механическом обстановка не менее сосредоточенная. Здесь соревнуются фармацевты. Они умеют не только подбирать препараты, но и готовить их. Знают все о лекарственных компонентах, взаимодействии, показаниях и противопоказаниях для применения. Наша компетенция идет из трех модулей. Первый модуль – это прием лекарственных препаратов. Это все приближено именно к аптечной сфере деятельности. Второй модуль у нас идет технология изготовления лекарственных препаратов. У нас участники готовят три лекарственные формы. Это жидкая лекарственная форма, мягкая и порошки. И третий модуль у нас идет, это отпуск лекарственных препаратов и фармконсультирование. О, было так сложно, конечно, три рецепта решать. Как бы это не с бухты-барахты. Но волновалась, да, очень сильно, даже потряскивала чуть-чуть так вот. Было тяжело, потому что за нами сидят эксперты, как бы человек над душой стоит, это тоже очень тяжело. Сильнее волнуешься. Алиса Дерякова станет первым фармацевтом в семье. Свою профессию считает самой нужной в обществе. Фармацевтика мне нравится тем, что она более перспективная в нашем, как бы, обществе. И она всегда будет нужна. Люди всегда обращаются в аптеку за таблетками. И как бы человек всегда чем-то болеет, ему всегда нужно, ну, что-то, как бы, этот, купить. Пока фармацевты готовят препараты, чтобы в будущем помогать больным, на компетенции администрирования отеля тоже учатся решать проблемы, но в другой области. Здесь участники должны найти выход в любой экстренной ситуации, будь то приступ у постояльца гостиницы, пожар или ограбление. Главное быть спокойным, сосредоточенным и действовать оперативно. Задания чемпионата, они всегда сложные, то есть они сложные для профессионала, который не непосредственно на своем рабочем месте выполняют. У нас есть непосредственно работа на стойке, это фронт-офис, где модули выполняются, ну, сегодняшнее задание – это 19 минут, несколько заданий в модуле. И есть модули так называемого бэк-офиса, то есть это модули по бронированию, ответы на жалобы, составлению каких-то дополнительных там вип-туров для гостя и так далее. Особенность компетенции – двуязычность. 50% заданий выполняется на английском. How may I address to you? My name is Anna. Anna, could you tell me your room number, please? My room number is 203. Илья Дубровский учится по специальности поварское и кондитерское дело. В этом направлении он уже завоевал много наград. Теперь Илья решил расширить свои навыки и попробовать силы в администрировании отелей. Тут активно используется английский язык, а я его очень люблю. Вот, поэтому решил проявить свои способности, что ли. Я считаю, что главными качествами, которые должен обладать администратор, это, во-первых, харизма, чтобы уметь нравиться людям. Также дисциплинированность и хорошее знание своего дела. Я сейчас активно вырабатываю в себе все эти качества. Харизма и дисциплинированность необходимы и участникам компетенции ресторанный сервис. Работа с клиентами и здесь необходимый навык. Участникам нужно выполнить 4 модуля. Кафе студенты обслуживают 4 гостей в реальных условиях. Бар готовит разнообразные коктейли. Отдельное задание – приготовление кофе. И welcome-сервис – это обслуживание банкета. Ребята работают двух веток. Это юниорская ветка и основная ветка. Юниоры работают только с безалкогольной продукцией. Они готовят лимонады и обслуживают модуль кафе. Работают они только 2 дня. Основная ветка у них 3 чемпионатных дня и, соответственно, более сложное оборудование. Они работают с профессиональной кофемашиной. Ну и как бы фруктовую тарелку готовят перед гостем. На тренировке к чемпионату Николай Парамаев ходил как на работу. С 10 утра и до 6 вечера в течение полугода участник отрабатывал свои навыки. Придумывал новые рецепты и технологию коктейлей. Кстати, приготовить фантазийный напиток – одно из заданий чемпионата. Фишка коктейля заключается в том, что я буду словами говорить, и эксперты должны закрыть глаза и окунуться в мой коктейль полностью. Конечно, есть волнение, потому что участники тоже сильные. Ну, нельзя опускать руки, нужно всегда бороться за свое счастье. Я думаю, что победитель сильнейший. Эксперты оценивают работу участников по утвержденным критериям. Качество напитков, сервировка, температура блюда, четкость презентации, творческий подход. Однако не на последнем месте и сам участник, его внешний вид, осанка, манеры поведения. Все это очень важно для компетенции. Гости должны видеть в человеке опрятный, как бы они даже вежливость. Вид официально говорит о его гостеприимстве. 3 дня эти юноши и девушки показывали свое мастерство. Сейчас конкурсные дни позади, а участникам остается лишь ждать оглашения результатов. Теперь всех призеров ждет следующий этап – отборочные соревнования. За ними – национальный чемпионат. Именно по его результатам и сформируется национальная сборная, которая будет представлять нашу страну на мировом чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.